Я прежде всего хотел бы поблагодарить организаторов. Это наш союз театрального деятеля. Нашли все-таки возможность собрать всех руководителей театров, выслушать мнение, что мне больше всего понравилось и за что я проголосовал и буду голосовать, и буду ратовать это обеспечение, сохранение и помощь детским театрам. Прежде всего, с чего начинается Родина? Есть такая старая-старая песенка, да? С картинки в твоем букваре, а букварь «Родина» – это для маленьких. И вот с этого малого зрителя, если мы ему правильно донесем, что такое культура нашего народа в целом, России, нашего государства, если мы будем прививать этому ребенку любовь, уважение к другим языкам, к другим народам, традициям, обычаям, не только любить свое, но и с уважением относиться к другому, то я считаю, что наша гражданская как бы позиция, вот, вырастая, она начнет выздоравливать. Я считаю, что сегодняшняя наша встреча, она очень плодотворна, ярка, и надеюсь на то, что мы все-таки вынесем на будущее нашей страны правильное решение.